Всем большой привет, добро пожаловать на канал. И я спешу с вами поделиться радостной новостью. Компания MJ наконец-то презентовала фото новой линейки кукол Low Surprise Remix. Новинок очень много. Тут и питомцы, и новые куколки с волосами в стиле 80-х, музыкальный клуб с граффити, самолет для LOL OMG и, конечно же, сама четверка кукол серии Remix во главе с шикарной Китти Квин. В общем, видео обещает быть интересным. Начать я хочу, конечно же, с новой линейки кукол LOL OMG Remix. Тут нас ждут старшие сестрички Китти Квин, 80BB, Хани Бан и Лайн Дэнсер. Имена куколок мне пока неизвестны, но по их внешнему виду, думаю, несложно будет догадаться, кто кому приходится родственником. Куклы очень красивые и своим образом олицетворяют определенное направление в музыке. Так, допустим, сестра Китти Квин напоминает поп-певицу Ариану Гранде. У куклы длинные платиновые волосы и высоченные ботфорты. Мне прям так и хочется сделать ей высокий конский хвост. Ну и, конечно, невозможно не обратить внимания на эти милые кошачьи ушки. Следующая куколка этой серии – сестричка 80BB. Ее образ очень напоминает мне певицу Мадонны 80-е годы. Это и не удивительно, ведь именно Мадонна стала прообразом для ее младшей сестренки. У куклы характерная прическа из 80-х, джинсовка, а также укороченное белое кружевное платье. Мне прямо не терпится увидеть ее распаковку. Третья куколка – это сестра Лайн Дэнсер. Она приверженец стиля кантри, поэтому у нее характерный ковбойский стиль. Лицо куклы очень милое, и меня покорили ее зеленые глаза, и, конечно же, прическа. Но тут только слепой не заметит явное сходство с Космик Новой и Бизи Биби. Но кукла все равно само очарование. Думаю, я приобрету ее в свою коллекцию. И последняя куколка – это сестра Хани Бан. Стиль куколки, скорее всего, рэп и R&B. Вместо волос у нее косички, как у Свэк. Но присутствует контраст из ярко-розовых прядей. Это очень круто. Нельзя также не упомянуть и довольно интересный наряд в стиле хаки. Личико у куколки очень красивое. И я уже вижу ее ботинки. Они, скорее всего, будут такими же, как и у Neon Licious. Я считаю, что эта линейка будет безумно популярной, так как образы кукол получились очень удачные. Теперь поговорим о новых куколках Low Surprise Hair Flip. Куколки идут в коробке, которая напоминает собой музыкальный динамик. В коробке нас ждет 15 сюрпризов. Я еще не видела вкладыш, но поскольку музыкальная тематика, то скорее всего каждая куколка будет относиться к определенному направлению музыки. На фото можно разглядеть куколку-рокершу с ярко-розовыми волосами. И у нее в наборе идет ударная установка. Сдается мне, тут можно будет собрать нехилую музыкальную группу. Также в коробке вас ожидает подсказка с кусочком песни, которую придется собирать из всех коробочек, как это было с мини-глэмпером. Мне прямо не терпится увидеть вкладыш этой коллекции. Питомцы также будут с волосами. И их коробочка стилизована в стиле кассетного плеера или мини-бумбокса. Прям ностальгия. Я с таким как-то в школу ходила. Ну а следующая новинка – это, скорее всего, Clubhouse Playset, о котором я вам говорила в своих прошлых обзорах. Набор представляет собой разноцветный мини-дом из 4 комнат. Стилизован он под контейнерные ящики. На стенах мы видим надпись «Play» и яркое граффити. В самом наборе, судя по фото, будет идти мебель, гамак, трамплин для катания на скейте, уже ставшие классикой игровые автоматы, ну и, конечно же, семейка кукол, которых я вам показывала ранее в своем сообществе и в Инстаграм. Теперь-то мы точно знаем, что это не кастомные подделки. И к тому же теперь понятно, почему они были такими яркими. И последняя новиночка на сегодня – это самолет-трансформер для кукол LOL OMG. Разбирается он подобно глэмперу, и нижняя его часть представляет собой скейт с сиденьями. Это напомнило мне одно из изобретений гаечки из мультика Чип и Дейл. Там как раз был такой скейт. Этот обзор прям так и наполнен ностальгией. Ну а внутри самолета прячется сцена с микрофоном. В комплекте также идет разная атрибутика для перелета, такая как маски для сна, наушники, чемоданы и журналы, чтобы вашим куколкам было не скучно в полете. Мне все новинки очень понравились, они такие необычные. А вам какие понравились? И напоследок хочу вам показать новых кукол Rainbow. Это шарнирные куклы все той же компании MJ. Они идут в комплекте с одеждой, обувью и аксессуарами. А также в комплекте есть парик. Куклы довольно интересные и представляют собой мини-версию кукол Rainbow Surprise. Если вы помните, у них были слаймы в одежде. Мне очень понравились их образы, особенно кукла Билли Айлиш. Я, кстати, довольно часто слушаю ее песни. И, конечно же, куколка с радужной прической. Возможно, я даже приобрету себе одну из них в коллекцию. На этом у меня все. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, а также поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Всем пока! Ставь лайк! И подпишись на наш канал!